Это будет видео называться «Настоящая правда» о мистере Жукавски. Как тут все проходит? Финале Мисс Нижнекамск 2018. Давайте посмотрим, что творится за сценой. Здрасте. Привет. Ты волнуешься? Ты меня снимаешь? Нет, не волнуюсь. У меня просто дурдом, ажиотаж. Ты не слишком близко? Давай. Нет, не близко. Ты не в моей зоне комфорта сейчас находишься? Сейчас пока нет. Вот так вот, да. А прям так надо близко, да, держать? Мне кажется, что я так близко. Итак, сейчас мы посмотрим, что у нас стоит на столе у жюри. Так, это же, конечно же, бюллетень с участницами. По поводу маме такси вызывается. Это чтобы мы знали, кого, кому как обращаться. Также у нас здесь есть стаканчик вот такой вот. И вода Шишкин лес. Еще у меня нет ручки. Вот, видите, как бы у всех есть ручки, а у меня нет ручки. Мне не хватает ручки. Это у нас сегодня звук. Я еще не готов, не переоделся даже. О, кошмар какой. А ты должен быть в пиджаке? Да. Серьезно? Ну ты же просто звукатель. Вот, теперь ты красавчик, да? Пиджак одел и прям все изменилось. Да, еще туфли новые забил. Здрасте, девочки. Привет. Как вас звали? Аделя, меня зовут. 917-922. Давай пару слов о Мисс Нижнекамск. Ну что сказать, 2017. Все молодцы, девчонок лично всех знаю, все классные, все добрые, улыбчивые, волнуются жутко. Волнуетесь? Нет. Нормально все? Девочки вообще не переживают, как бы не волнуются, ничего, спокойно себя чувствуют, да? Вот переживает. Не нужно говорить, что, блин, все куплено. Давайте какую-нибудь жесткую правду о Мисс Нижнекамск 2018, то, что не знает. Все куплено. Все куплено. Были ли какие-то курьезные случаи на Мисс Нижнекамск вообще? Да, это можно у Артура, наверное, спросить. Он, наверное, курьезы какие-то знает. У него постоянно курьезы, потому что... Курьезы? Ну, Ролина постоянно падает на сцене, спотыкается на первом. Так что ждите. Ждите на сцене. Специально сегодня будем снимать. Падение. На сцене будет генеральная репетиция, для тех, кто не знал, вот это все будет там, потому что у нас не было времени на подготовку. Зря ты это пьешь. Я бы не советовал. Это что за нововведение? Это ограничитель. Шоу «Поле чудес». А где тут наклеечка, атмосфера? Она еще не готова, я же тебе говорю, у нас не было времени на подготовку. Ограничитель, блядь. Линза какая-то, широкая линза какая-то. Да, у тебя объектив больше, чем у меня. Ну да. Еще оператор есть у нас. Давайте посмотрим зал. Короче, тут все неинтересно. Опять ты. Пойдешь в туалет? Пошли в туалет. Я тебя не прошу. Пошлите кто-нибудь, Артур, помоги. Пошлите тоже. Альберт меня зовут. Альберт. Эй, меня не вызвали. А, черт. Пошли. То оператор, то носильщик. Все сами, все сами. Здравствуйте, Алина Альбертовна. Все? А ты не перевалишь ее? Как? Жесть, вообще. Немалый, потом это выложу, да. Покажу, типа... Меня эксплуатируют. Ну, если не я. А что за... Там уже вопросы стоят какие-то. Это просто вам подсказочки небольшие, да, для жюри. Жюри немножко волнуется. Да, говорим это так. А, поэтому... А где сегодня Рага? А Рага сегодня... У него сегодня заслуженный отпуск. Бегает? Или он там играет в страхе? Я его привез в Нижнекамск, и он убежал отсюда. А, ты дал ему в Нижнекамск? Да нет, нет. Выбираем Мисс Нижнекамск. Эники, беники, ели вареники. Кому ты отдал бы победу?
я бы отдал... Не знаю, на самом деле у меня 3 или 4 где-то претендентки, но я, наверное, утаю все-таки до конца. Короче, давай имя. Это вы увидите после. От Нижнекамска, от Клен группы, это Айзеля, победительница. И это не я решил, это решили вы. Ее крутите. Всем привет. Давай, по твоему мнению, мисс Нижнекамск. Так, если я не ошибаюсь, ее зовут Аделя. А надо вот так сделать. Это надо вот так сделать. Настоящая правда. Давай, сам скажи что-нибудь. А это у вас кто? Это наш мальчик, он снищится. Мальчик наш! А ты что сегодня не фоткаешь, не снимаешь? Я сегодня не фотографирую, я сегодня пришел отдыхать. Его зовут Альберт, он считает себя, ну и мы тоже его считаем. Видеоблогером номер один в городе Нижнекамск. После Алины Шаяховой. Рум-тур. Чуваки, мы находимся в гримерке. Так, что у нас здесь? Микрофоны, часики, ну это, по-моему, джиновские. Вода, джина. Джин очень много пьет. Добрый сок, это, наверное, Рамиля. Водичка опять. Так, куча всего. Так, что у нас тут? Ну, тоже. Что это такое? Салфетки. По домам у тебя там передача? Да. Что? Агент Джонни Инглиш, перезагрузка. Что это? Так, ну и вот. И опять вода. Ничего интересного. Ничего. Девочкам нельзя, они переодеваются. Так, это секьюрити. Можно я позвоню? С деньгами уже. Мне маме позвонить, пожалуйста. Вот просто сказать, где я сейчас. А, все, ладно, давайте. Маме позвоню. Денег нету. Скажу хотя бы, где я сейчас. Просто весь день звоню. Алло. Алло, мам. Как вы там? Да? Все хорошо? Там, в общем, как, короче. Беспредел. А к вам можно, девочки? Подходите меня тоже. Да. Вставай. Можно. Окей. И вот мы находимся в гримерке. Я на Киру не снялась. Блин, в купальнике, блин. Я материал. Да. 18+. Или 16+, 17+. Короче, в рейтинге попадем стопудово. Привет. Крамской раскачивает просто толпу. Ты решил народ раскачать тут, да? Я пока партнеру запускаю видео. А, так это мое видео. Джин сегодня скажет какое-нибудь смешное слово или нет? Какое-нибудь татарское национальное будет? Стопудово. Антихайп. Это Гальбер. Как не мне представить этого человека? Видеоблогер номер один Нижнекамский, конечно, после Алины Шаяховой. Друзья, конечно, Альбер. Давайте уже поаплодируем. Он на видео не плачет. Вот еще видеоблогер, что ли? Не то, что там они ответили, в каком году было восстание Спартака, понимаете, а в том, чтобы умели просто быть обаятельными, естественными, да? Как ты думаешь, нормально отвечал на вопрос? Да, с меня поржали. А ты как думаешь, как ты себя показала? Отлично. Знаешь, что ты сказал про тюзга, там слышал все. Привет, Альберт. Итак, победительницей Мисс НК 2018 стала. Я уж проголосовал. За кого? Я все договорил. На данный момент я учусь в Московском университете на экономическом факультете. Многие говорят, что я похожа на снежную королеву. Но шубы – это не мое. Моя страсть – это сумочки и украшения. Поэтому в будущем я планирую открыть свой шоурум. Мужчины, приготовьтесь тратить свои деньги на любимую женщину. Мисс у нас Хисамова Регина. Да. Первая вице-мисс Айзеля Усманова, да? То есть второе место. Ну что, как ты думаешь, как ты выступила? Мне родители сказали, что хорошо. Они смс-очку написали. Хорошо держалась? Ну, отвечала на вопросы там. Ну, скорее вопрос к вам. Вы нет, видите? я хочу твое мнение узнать. Как-то. Мне кажется, не очень. Я могла лучше. Почему? Не знаю, волнение все равно было. Что голос дрожал. Сомнения такие. Все. Все? Все.